Добрый день, Уэйкзап на связи. Перед нами машина Hyundai Starex 7-го года выпуска. Двигатель D4CB, 145 сил. 10 тысяч назад меняли цепи ГРМ. После этого, после 10 тысяч пробега, появился стук верхней цепи. Сейчас будем разбираться, в чем дело. Сняли вентилятор с вискомуфтой, чтобы нам был удобный доступ к верхней крышке. Затем снимаем крышку, откручиваем болты на 12 и снимаем крышку. Как выяснилось, цепь все-таки старая. Клиент говорил, что ему поменяли цепь, но на самом деле это не так. Вот у нас старая цепь, вот у нас новая цепь. Сейчас мы сравним. Вот это старая, вот новая. Старая уже изгибается сильно, выработка большая. Плюс она уже длиннее, на ползвена стала. Растянутая. Так что это старая цепь, не может. За 10 тысяч не может так цепь растянуться. Все, установку цепей я закончил. Заведем сейчас автомобиль и послушаем, как работает двигатель. Как мы видим, никаких посторонних шумов и звуков нет. Получается, что все-таки из-за цепи были стуки. Она была сильно растянута. Клиенту сказали, что поменяли. Это было в Рязани, по-моему. Видать, обманули клиента. Бывает и такое. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. До свидания.